Работа учителей трудна, но необходима. Именно они дают нам тот набор знаний, который мы используем в повседневной жизни. Педагоги закладывают в молодые умы те основы, которые в будущем помогают стать полноценной личностью. Елена Путятина – учитель во втором поколении. В школу совхоза имени Ленина она пришла молодым специалистом и проработала в ней уже 26 лет. За это время я выпустила много талантливых учеников. Многие из них поступили в вузы, получили прекрасные профессии и работают сейчас успешно. Елена Михайловна гордится своей профессией и считает, что делает вклад в будущее нашей страны. Ее заслуги не остаются без внимания. На конкурсном отборе лучших учителей Российской Федерации она побеждала дважды. Один раз в 2009, второй в сентябре этого года. По разным направлениям, как моя работа строилась на протяжении последних 5 лет. Вот это вот я показала, представила и папку сдала в управление образования. И дальше уже это конкурс продолжился на региональном уровне, а потом и на федеральном. Я благодарна своим коллегам, которые мне помогали. И я думаю, что это результат работы всего педагогического коллектива. Учеба – это всегда труд, требующий выдержки, которая проявляется как со стороны учеников, стремящихся к знаниям, так и со стороны учителей, доносящих информацию до ребят в наиболее интересной для них форме. Учителям я хочу пожелать стараться участвовать в инновационной деятельности, не бояться пробовать что-то новое, экспериментировать, работать над собой. Это необходимо сейчас. А ученикам я хочу пожелать успехов, удачи и терпения. Елена Путятина, как преподаватель-словесник, считает, что большое внимание надо уделять литературе. Привить детям любовь к чтению она старается на своих уроках, а также на внеурочных занятиях, которые проходят в музеях и в парке сказок поселка совхоза имени Ленина. Наталья Буслаева, Александр Шишов, Алексей Иванов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».